вибирати 28 марта, вибирати будуть у Верховную Раду, місто вибившого. Если не ошибаюсь, до вибору в Верховную Раду. В принципе, это пока все, что я слышал. Про кандидатов тоже слышал. А так, нужно, стоит ходить на выборы, просто оставить свою позицию. Выбираем Верховную Раду. Я пойду, обязательно поддержу кандидата своего. До выборы, то есть, будут проходить. Это не полный срок, насколько я знаю, там 2-3 года, да? На выборы всегда хожу, всегда підтримую. Якщо є пропозиції працювати у комісіях, теж працюю. І людей закликаю для того, щоб йшли, голосували і підтримували. Їхній голос завжди важливий. Да, я пойду на вибори. І мій голос буде іменно за того кандидата, за якого хочу я проголосовать. Я думаю, выборы будут для того, чтобы выбрать человека, который будет отстаивать интересы нашего региона в Киеве, там, в парламенте, вот в Верховной Раде, скажем так. Да, но я думаю, мы должны выбрать достойного человека, да, который бы отстаивал бы интересы нашего региона и будущее наших детей.